В самом популярном и живописном среди брещан месте на улице Набережной Франциска Скорины в рамках республиканского проекта Белорусского республиканского союза молодежи «Беларусь. Граница натхнения» состоялся областной праздник «День вышиванки». Молодые люди пришли на праздник, чтобы интересно провести время и приобщиться к национальной культуре. Наши предки не носили красивую вышитую одежду каждый день. Они берегли ее для особых случаев. Одежда с узором надевалась только на свадьбы и на другие праздничные мероприятия. Красный узор для наших предков значил многое, являлся оберегом. А сейчас мода на вышиванку возвращается. О том, что мода возвращается, красноречиво говорит большое количество людей на празднике в вышиванках. Для брещан это символ доброго, светлого и, конечно, белорусского. Надевая национальную одежду, мы с гордостью говорим «Мы – белорусы» и показываем, что являемся частью белорусской истории. Для меня этот праздник самый чудесный. Этот праздник праздновали также наши предки, бабушки и дедушки. Я очень люблю петь в этот день, и мне очень нравится рассказывать какой-то классный день. Для меня вышиванка – это символ Беларуси, и мне приятно носить такую вопротку, потому что мне вовсе нравятся наши традиции, вовсе Беларусь подобается как страна, и то, что у нас есть свое – такое незабывное, вот вышиванка, вот это мне и подобается. Я имею сегодня возможность показать нашей молодежи, подрастающему поколению, что у нас есть вышиванка, наша национальная, красивая, красочная, она несет добрый смысл. Праздник «День вышиванки» – это всегда многоплановое мероприятие, а потому награждение победителей областного этапа республиканского конкурса «Селфи-фото с вышиванкой» стало одним из самых интригующих частей фестиваля. Старт конкурса был дан около месяца назад, и за это время на оценку жюри участники предоставили более 100 фотографий. Лучшие работы разместили в своеобразной галерее, которая расположилась вдоль набережной. Авторов этих фотографий на мероприятии награждали приятными подарками. Правда, выбирать победителей конкурса организаторам было непросто. Очень отрадно, что и не только вот молодые люди, но и люди повзрослее, и маленькие наши жители нашей любимой страны, они любят фоткаться в вышиванках, и это очень круто, так по-молодежному круто. Хочется сказать, что это мероприятие всегда проходит в преддверии Дня независимости Республики Беларусь, и мы, молодежь, выступаем за то, чтобы действительно все было конструктивно, все было позитивно и мирно, потому что вот изучая даже, например, ту вышиванку, которая находится на мне, эти символы, которые там есть, узоры, вот они и означают, что вот, например, молодость, красота. Яркая и насыщенная программа мероприятия, в которой активное участие принимал творческий центр Art Piper и талантливая молодежь города, порадовали брещан. Но главное событие праздника – велопробег горожан вышиванки – ждали все без исключения. В рамках проведения праздника Дня вышиванки Брестская городская организация БРСМ впервые инициировал велопробег. Но мы будем не только на велосипедах, но также и на электросамокатах. Молодежь Бреста прокатится не только по городу Бресту, но также приобщится к истории, к литературе города Бреста. Да, вот мы стартуем с набережной Франциска Скорины, вот потом мы посетим памятник Наганова. После памятника Наганова мы посетим мемориальную доску Владимира Андреевича Колесника. После этого проедемся по улице Адама Мицкевича и завершит вот наше мероприятие на вот памятника Берестейской Библии. После этого мы обратно вернемся на набережную. 3, 2, 1, поехали! Старт был дан, и пока одни приобщались к белорусской истории, проезжая по Брестским улицам, другие участвовали в конкурсах, разукрашивали себя аквагримом, играли в настольные игры и учились рисовать на одежде. Искренние улыбки участников мероприятия дарили окружающим праздничное настроение.